Красковское подразделение Люберецкой областной больницы ждет новая судьба. Центральный корпус полностью переоснастят. К середине мая здесь заработает современная инфекционная больница. Работы по модернизации кипят ежедневно. 800 строителей в несколько смен превращают обычную больницу в высокотехнологичную клинику для более 360 пациентов. 100 мест отведут реанимации для больных в тяжелом состоянии, которым требуется аппарат искусственной вентиляции легких. Будет современная больница со всеми нормативами, которые касаются инфекционной больницы. В любом случае человек победит этот вирус. Но вот больница, она останется современная, хорошая больница. И когда все это пройдет, больница вернется к своему прежнему функционалу. По распоряжению губернатора Красковское подразделение готовится к полному перепрофилированию. Финансируется из бюджета Московской области. Его курируют на региональном уровне. Ведь перезагрузить больницу в кратчайшие сроки сегодня жизненно важно. Количество заболевших с каждым днем растет. Больницы, по сути, заполнены до предела. Наши врачи работают. Я сегодня хотел бы еще раз сказать слова благодарности нашим врачам, потому что они реально работают на износ. Завершить модернизацию третьего стационара Люберецкой областной больницы планируют в середине мая. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ,